Как определить, какое насекомое вас укусило? Комар. Комариный укус выглядит как покрасневший подкожный пузырь, который сильно чешется, но чесать нельзя. Клещ. После укуса клеща остается красное круглое пятно на поверхности кожи. Блоха. Укусы блох вызывают сильный зуд. Такие укусы появляются группками по 3-4 точки и напоминают мелкие красные пузырьки. Не расчесывайте укусы, чтобы не занести инфекцию. Муха, слепень. Его укус – это небольшое красное пятно более 1 мм в диаметре. Затем возникает отек и зуд. Клоп. Укусы клопов кто-то может вообще не замечать, а у кого-то возникает сильная аллергическая реакция. Снять зуд и боль при укусах насекомых поможет спрей «Скорая помощь». Осматривайте себя после каждой прогулки и пикника. Хороших вам пикников!